Хакеры взломали компьютеры более 30 тысяч организаций в США. Атаки осуществили с помощью уязвимости в программном обеспечении Microsoft. Неизвестные смогли получить полный доступ к электронным почтовым ящикам. Эксперты, заявившие о взломах, уверены, что действовали хакеры из Китая. В МИДе Поднебесной заявили, что выступают против кибератак и не имеют к ним отношения.